Дай бог им еще, чтобы у них миллиарды были и миллионы. Мне маску дали. Первый раз в жизни за 85 лет от государства. Конечно. Покупаем ночью на карте. Я одну. Вы еще нормально. Прям будут тратить. А за сколько купили? Ну, вроде бы я как медик старый. Нельзя. Вообще я не заболеваю. В какой цене купили маску? Вот эту маску я купил лучше. В красном-белом. Сейчас скажу. Упаковка за 98 рублей. Это было очень. Вот я всем их и раздала. Целую упаковку вот такую купила. Ну, это нормально. Да. Ну, вообще-то, простите меня, надо, это же маска-то из чего сделана? Из говна, из пластмассы. Конечно, надо их раздавать, они ничего не стоят. От первой пандемии уже, я читаю хорошие газеты, от первой пандемии уже миллионеры, даже миллиардеры три было, получился от первой. В газете написано, в собеседнике. Нет, наш регион же самый бедный. Как же он будет богатый, когда вот я живу здесь? 5 раз переделывали плитки, на песочек наложили, опять перекладывали. Я говорю, я думаю, что же вы работаете? Думаете, где же у вас голова? Нет, мозгов у нас мало. Затаптывают эти газоны. Спасибо вам большое.